Валерию Котову в небо привела мечта. В юности хотела прыгнуть с парашютом. Попробовала, оказалась любовь на всю жизнь. В 20 лет сменила девичьи наряды на униформу в стиле милитари. Вскоре отличницу воинской службы взяли в национальную сборную. Теперь за хрупкими плечами старшего сержанта более 5000 прыжков. Очень нравится это ощущение. Плюс свобода, воздух. Можешь делать, в принципе, что тебе нравится. Смотреть на эту всю красоту. Не такими глазами, как люди снизу смотрят. В сборах участвует порядка 45 человек. Высота прыжка зависит от выполняемого упражнения. Индивидуальная акробатика. Высота 2200 метров. Групповая. 2500. Купольная и вовсе 3500. В комплектах спортивные парашюты. В небо взмывает вертолет Ми-8. Сперва прыжок на точность. С высоты более 1000 метров парашютист должен приземлиться в этот круг. Его диаметр 16 сантиметров. Желтая отметка – это 0. Оценка – отлично. Спортсмены прыгают в составе группы. По 5 человек. Поддержка, понимание и безопасность – не последние условия для хорошего полета. Наряду с отточенной техникой и опытом. Место дислокации – Бобруйский аэродром. Очень удобный аэродром, скажем так, географически очень хорошо расположен. Довольно-таки близко нам сюда добираться, плюс вертолет с Мачулич здесь летит буквально 40 минут, он уже здесь. Сам аэродром полностью на обеспечение, здесь есть и топливозаправщик, питание можно обеспечить летному составу. Довольно-таки удобно. Здесь есть вся инфраструктура. Группа готовится к чемпионату республики. На международной арене сборная блистает с 1993-го. Еще ни разу не возвращалась домой без медали. Белорусы – четырехкратные чемпионы мира. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.